Добро пожаловать в Ину Реальность. С вами Олег, и вы на канале Defrail Game. Догоню, нет? Не успел, да? Нет, успел. Нет, не успел. От скотина. Ушел таки. Ну ладно, мы с вами продолжаем прохождение Far Cry 4. У нас куча заданий. Мы в предыдущих сериях слегка отвлеклись, а теперь постараемся наверстать упущенное. Так, у нас рядом здесь аэропорт. Ну, других зато завалю. И даже вот так. А вот еще, ребята. Да твою ж, ты издеваешься. Стоять, я сказал. Ой, тихо. Вот так, ребята, вот так. Иди сюда. Так, ну а теперь на аэродром. Нас ждет... Хотел сказать профессор. Опять вы. Да сколько ж вас? Твою мать, со всех сторон как тараканы. Вот, я продолжаю. Мы идем в аэропорт. Получаем задание от агента Уиллиса. Что? Что тебе? Машина разваливается! Чини быстрей! Ты мне, что ли, говоришь, чини быстрее? Ты не охренел часом? Красавчик. Чини быстрее. Нашли чинилку мне. Мне проводили вас отступающих. Я в ремонте мешаю. Стрелять в спину, а не в лицо. Так, стоп. На-на-на. Так и так, да. О, о, как интересно. Верной дорогой идете, товарищи. А ну-ка, едь сюда. Едь сюда. Вот так вот. А что ж такое? Что за день-то сегодня у нас, а? Что за день-то такой у нас? Так, пока не прогорит, не смогу, да? Ну ладно, подождем секунды три. Я догнал и убил. Сейчас прогорит чутка. Хорошо так горит. Ну вот и все. Кого это он сбил? Вы же понимаете, мы не должны проходить мимо. Мы все должны брать. Кто это был? Зомбар, нет, зомбар нам точно не нужен. Да вы издеваетесь, что закрыто, что ли? Нет, мы сможем зайти. Так, это не синий, к сожалению. Ну ладно. А тут что? Можно было ходить. Не вылезу сюда, ни хрена. Че я сюда приперся тогда? Да. Чего я сюда приперся? Не любим мы ходить прямыми путями. Нам нужно где-нибудь побегать, возвращаться. Вот такие мы. Так, что нам скажет этот придурок хвостатый? И все? Полная херня! Эй, тебя что, не учили? Сначала стучи. Где оригиналы? Повторяю, раз ты такой забывчивый. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Ладно.
Залазь, расскажу тебе кое-что. Так сказать, аванс. Хорошо. Валяй. Я встретил твоего отца в Тиртхе, ну и за стаканом другим принял в наши ряды. Он тогда впахивал на Пейгана Мина. Глаза светятся, все дела. Когда Мин прикончил наследника трона, такой вал говна поднялся. Извиняюсь, конечно. Что? Не-не-не, я тебя не слышу! Не парься, справимся с этой работенкой, получишь полный расклад. Вот хитрожопик. Снова мы в горах. Герате стало тяжко. И, судя по всему, виновата Юма. Есть вопросы? Задай их ей. Что о ней знаешь? Лучшая подружка Пейгана. Из Гонконга. Дриада аж по самый инь-ян. Курсы, что это? Инь-ян. А, ну да. Так, а зачем мы тут? Хотим прикрыть одну из лавочек Юм. Выгорит. Заставим даму говорить. Ну что ж, убить или быть убитым? Найдите и убейте помощника Юмы. Это мы можем. Монастырь Акаш. 7500 метров над уровнем моря. Как вам такое? Даже здесь жили люди когда-то. А что ж такое, а? Не получилось по-хорошему, ну значит будет по-плохому. Ладно, по-тихому не получилось. Да какого ты в меня стреляешь, сука? Ты бил, блин. Смерть очистит тебя. Да, да что ж за урод, а? Не любим мы по-тихому, да и, собственно, нахрен не вперлась. Поймать не сюда, плохо. Где-то долбанный снайпер, тупою мать. Опа. А у нас есть снайперка, зашибись. Из-под земли достать, ублюдка! Попал. Да чтоб тебя, а? Ты чё, дурной, что ли, совсем? Уиллис, с помощником Юмы разобрался. Ты уверен, что это был нужный? Как по-твоему, я могу это проверить? Сфотографируй и пришли фото мне. Не твоя цель. Тот, кто тебе нужен, следит за раскопками Юмы. Знаешь что?
зачисти в этой зоне всех парней, которые на вид годны на что-то большее, чем мытье посуды и чистка сортира. Прежде без американской армии. Убивайте всех, Господь своих опознает. Свяжись со мной, как закончишь. Уроды. По-другому не назовешь. Так, ну значит, по-тихому мы идти не будем. Ух ты, как получилось. А потом не очень. Все. Дурачок, что ли? У меня еще дохрена серий. Куда сдохнет-то? Так, а где это он? А, вот сюда. Это становится совсем интересно. Найдите помощника Юмы. Это мы можем. Ну что, по-тихому не будем, да? Да не будем. Вот так, по-громко. Долбанный снайпер. Вот и все. Да быстрее зайди ж ты. Тормоз. Ага, вот. Они заплатят. Как ты меня видишь? Тебя. Что ж такое, а? Это как ты взлетел? Не понял. Я тоже так хочу. Ой, мать, с пулемета садит, скотина. Да давай же ты, давай. То опять не так-то, но... Я тебя увидел, сучара. Не понял. Нашел ключ на одном трупе. Возьми с полки пирожок. Убьешь командира, звони. Так, а здесь что? Какие-то раскопки были, да? Очень хорошо.
по-тихому, это неинтересно. Что? Стой! Как мне отсюда выбираться? Если ты прорвешься, когда надо будет, я вернусь. Конечно, обойти. Не хочу я. По-тихому неинтересно. Тут кто-то есть. Найди живуха востро. Ага. Страшно, суки. Пойма, ты что, живой? Да как? Мин будет в бешенстве. Расходимся и ищем противника. Да чтоб тебя, блядь. Как же вы достали с этим... Ну нет, так нет. Кто ж будет спорить? Что это? Чё ты там спрятался, дурачок? Какие-то захоронения тут, раскопки непонятные. Ладно, в бегущего попал. Это наш бой! Берегись, кидай гранату! Соси хрен! Граната! Граната! Укрытие! Граната! Граната! Укрытие! Чё, думали в сказку попали? Да ни хрена вы не попали в сказку. Отдохни, не мешай мне смотреть. Быстрее, быстрее. Медленная анимация до ужаса просто. Так. Идем дальше.
Ух ты, прилетело-то как. Да чтоб тебя. Не такие уж вы и страшные, чем вы делаетесь. Понял. Ты тупишь, башкой в стену уперся и стоит. Ну-ка, а тебя кто уже? А, это я. Какой я молодец. Отдохни, урод. Чё это прилетело? Не понял. Ни хрена ты уже не видишь. Ага. Вот такие мы злостные сегодня. Где ты нас видишь? Где ты сам? Я тебя увидел. Да уйди ж ты из-за скалы, а? Не попал. Опять не попал. Да быстрее ж ты перезаряжайся, твою мать. Сука, ненавижу эти снайперки. Тупорылые, просто тупорылые. Это и то в 100 раз лучше стреляет. Сейчас. Готово? Да, все сделал. Ага. Сейчас я завтрак доем, а там у тебя подхвачу. Бекона в этой стране днем с огнем не сыщешь, мать твою. Отбой. Ха-ха-ха, уродец. Да, ну куда, что, куда мы полетели? Как ты там? Полет нормальный? Найду другой выход на Йому. Свяжусь с тобой. Убить или быть убитым? Задание выполнено. Так, и куда? О, нам сюда, наверное, к этим, да? Ну, заодно узнаем, раз мы сюда летим. Мы пролетаем, дружище. Да твою ж мать, а! Хочешь совет, Аджай? Тихо. Если ты нанимаешь людей, пользуйся услугами профессионалов. Самых устрашающих, каких найдешь. Знаешь, ради твоей матери я оплатил обучение целой группе студентов-медиков в Сингапуре. И никто из них не вернулся. Можешь поверить в такую неблагодарность? Пол разобрался с их семьями здесь, а я, пользуясь своими связями в Сингапуре, разыскал их самих и воздал по заслугам. Но теперь мне приходится самому себе вскрывать фурункулы. Вот так. Гарри! Принесите мне бинты, сраный антисептик! Варвары! Вот разобьем силы Пейгана и вернем братьев наших меньших обратно в джунгли. Так, ну,
Мы услышали все, теперь мы посмотрим, что нам скажут эти два лидера. Чем ты думала, идиотка? Так мог поступить только Пейган. Пейган? Да я думаю только о Керате. Делаю все, чтобы наш народ снова возродился. Подумай о предках, культуре, об обычаях. Обычаях? Каких? Женить детей, например? Бхатри, ты уготовил ту же участь? О, отлично! Покажи Аджаю, какой ты на самом деле. Ты для меня никто. Черед Нур. Да, согласна. Ее заставили. Пейган не дал ей выбора, грозил убить семью. А сколько семей погубила она сама? Ей нет оправдания. Нур заплатит, так же, как другие. Я сам решу судьбу Нур. Вот это по-пацански, правильно. Давно их нехрен слушать. Стреляй в посланника. Доберитесь до Шаната. Стоп, вот эта фигня. Чуть не забыл. Я тебе рассказывал историю Нур. Одна из моих любимых. Когда-то она была врачом. В начале моего правления Нур Наджар прибыла в Керат с гуманитарной миссией. Она имела дерзость написать рапорт о нарушениях прав человека при моем режиме. Я ее разыскал. Пригласил вернуться и посмотреть, как мы исправляем ситуацию согласно ее рекомендациям. И ее семью тоже. Она прибыла с мужем и детьми в мой дворец. Я даже презентацию устроил. 12 шагов. Борьба с нарушениями прав человека в Керате. В каждом слайде кратко о том, как я собираюсь разрушить ее жизнь. Деплер взял ее семью в заложники, а я поставил нашу великую гуманистку править самой жуткой частью империи. Ой, между нами. Теперь ей это нравится. Где стоять? Куда? Вот это полу... Не понял, блядь. Ты чё, охренел, что ли? Охренел. Ну ты дерзкий. Вот так, собственно, они и... взяли Нур на простом доверии. Так сказать, обманув. На простом, мать ее, доверии. Так. Ой-ой, что-то я не туда пошел. Так, наверное, будет гораздо лучше. Так, водите на арену Шанат. Стоп, так, стой. Не взял основное, да? Нахрен эту снайперку подальше от нее. Так. Проберитесь за кулисы, да? О. Так, я точно не войду. Так, применим план Б. Уже, дружище, уже применяю. Так, не понял. Не.
успокойся. Интересно, зачем здесь дверь? Отсюда что, вылетают, что ли? Не заходят, вылетают, да? Так, ладно. А мы в Северный пока не вступили. Хрен ты угадала, красавица. Сердце красавицы склонно к измене. Простите, король. Кто ты? Чё прибежал сюда? Твой нет. А ты кто такой? Бегают тут. Опасно бегать. Для жизни опасно. Напрасно ты высунулся так. Чуть-чуть обыщем. Не думал, а ты зачем сюда прибежал? Пулемет это супер ди... Тихо-тихо, не надо. Пулемет оставь. Так. Секундочку. Нам нужны папки. Купить уникальное оружие, любое. Чтобы открыть в навыках какую-то фигню. Ну, в общем, вы поняли. Итак. Худой, точно. Вот так хотя бы. Убитых от всего, что сделала. Я приучила их ко вкусу крови. Твоей. Моей. Вы же этого хотите? Больше крови! Вот! Подавитесь! Подавитесь!
зверье! Свобода. Глаза, смотри. Не может быть. Что случилось? Стреляй в посланника. Задание выполнено. Наверное, другого исхода и быть не может. Другого просто быть не может. Либо я бы ее убил, либо она сама. Вот так печально все. Амита, Снур, покончено. Отлично, Аджай. Значит, весь юг теперь наш. Ты доказал людям, что путь к свободе — движение вперед. Ни шагу назад, что бы Сабал ни думал. Аджай, у меня новости от разведчиков. По их данным, крепость Рагатавада ослаблена. И против хорошей атаки не выстоит. Пора нанести удар и отбить крепость для Золотого Пути. Крепость Нур ослаблена. Ну что ж, это задание мы будем выполнять уже в следующей серии, как вы поняли. Спасибо, что вы были со мной, и до новых встреч. Пока.